уровнями заработка. Разберемся быстро. 0,50, 50, 200, 200, 350. Ну, выше, я думаю, сейчас пока нет смысла. Есть те, кто выше 350 зарабатывает? Есть тут? Нет, ладно. Вот. А? Чего? Не, я почему? Я просто... Блин, почему вы думаете, что я как бы ржу? Я правда спрашиваю. Я даже не улыбаюсь в этот момент. Смотрите, история какая? Да нет, я не про то. Я просто спросил. Потому что если есть, я нарисую, дальше объясню. Тьфу на вас. 0,50. 50-200, 200-350. Вот здесь самая большая засада начинается. Знаете почему? Потому что те, кто зарабатывает 0,50, они с трудом понимают, но понимают, как заработать 50-200. Вот, скорее всего, большая часть из вас здесь, правильно? Я понимаю. 50-200. Ну, либо на работе, либо в бизнесе. И по факту вы смутно, но представляете, как выйти в 200-350, правильно? А как заработать выше, представляете? Нет. Вот знаете, у меня есть друг, опять же, Андрей, он заработал эти шальные 350. Я говорю, и он такой, я знаю, как заработать 5 миллионов. Я говорю, чувак, ты не знаешь, как их заработать, поверь. Потому что воодушевиться 300 тысячами первыми и сразу же лезть в 5 миллионов, это неизвестность. Постоянно надо перескакивать. Причем вы будете даже замечать, когда будете перескакивать, будете с другими людьми общаться каждый раз. То есть если вы будете выходить, допустим, из 200-350 тысяч и вот сюда, это, вот это, в принципе, заработок среднестатистического москвича, который ездит на X6, нормальный только, ну только не как это двухгодовалый, а ну, M-ки, например, вот. У которого есть квартира съемная за 100 тысяч и вот что-то вроде того. Это их заработки. Вот. А с ними, во-первых, вы начнете по-другому контактировать, не так «здравствуйте». Как у меня некоторые взрослые мужчины, некоторые есть, они такие «здравствуйте, Константин». Да я, даже меня, по-моему, по отчеству кто-то называл. В общем, нет, я просто Костя, как бы для взрослых мужчин, как бы я проще к этому. Но самая главная проблема заключается именно здесь. Вот в этом промежутке в 200-350 тысяч. Потому что это зачастую засада. Знаете, в чем причина? А? Да. Не то, что все есть. А вы... Давайте посчитаем, что вы на 350 тысяч можете купить. Вот кто хочет MacBook себе или новый ноутбук? Вот один. Ну вот, да, вы понимаете. О, я за месяц закупил ноутбук. На машину отложил, еще что-то. Ну, вот, то есть вы понимаете, да? А самое главное, что дальше не нужно. А знаете еще какая проблема огромная есть? Когда дальше вообще вам ничего не нужно. Точно. Да и не только. Можно много. Да, Миша знает эту тему. Да. Есть на самом деле в этом тоже доля правды, но надо искусственно еще себя заставлять. Ради детей просто. Это как-то немножко неправильно. Ну, это очень такой, как бы, может и не сработать. У нас есть семьи, которые меньше зарабатывают. Нет, ну все понятно. Да. Поэтому ради факта просто стружил, ну все, ну вот черт, ну пошел зарабатывать. Как-то неправильно. Вот, здесь самая ошибка большая, то, что нам вроде бы все хватает, 200-350 тысяч рублей. Мы тратим где-то, ну вот кто-то тратит 200, ну, тысяч рублей в месяц, кто-то 400 тысяч рублей. Ну вот в этих промежутках все, больше вам, ну поверьте, там чехана, в клуб сходить, с девушкой, с 5 девушками в кафе посидеть. Что еще может быть? Машину заправить, налоги заплатить, ментам, от ментов откупиться. Я больше не могу ничего придумать, у меня не хватает. Аренду заплатить за квартиру. Из этих сколько пустуют? Все. Все. Потому что очень много людей... Не, можно откладывать, но... Не кто из вас откладывает деньги? 1, 2, 3, 4. Вас не очень много-то, а все остальные как бы в ноль сливают деньги. Вот, и самая главная проблема — это вот сюда перейти. Это очень тяжело.
Ну, здесь вы все равно побудете. Например, я могу вам пример привести, прямо себя. У меня бывают вот такие месяца, например. Миллион. Ну, это вот миллион. 300. Хочу написать еще раз миллион, но я что-то не вспоминаю так. 800. Два раза по 300. А знаете, в какой промежуток по 300? Когда ничего не надо, когда целей нет. Вот в этом и проблема. Когда у вас появляется цель, заработал я на два автомобиля. На первый автомобиль я заработал, когда мне очень хотелось, знаете, что я хотел купить себе первый раз? Ford Mustang. Вот, ну, все представляют, новый причем, он стоил тогда 1,5 миллиона рублей, он такой крутой, классный. Он уже приехал, как бы, я оставил за него предоплату, до сих пор не забрал, 2 года прошло. Ладно, и все классно, и он стоил 1,5 миллиона всего лишь, и было все шикарно. И я заработал практически все эти деньги, а потом я покатался на этом Форде Мустанге, и я понял, что я его не хочу вообще никак. И потом я эти деньги потратил, 750 тысяч потратил. А потом я увидел как раз Toyota вот GT86, покатался на ней, и она стоила 1,6 миллиона, а у меня оставалось 750 тысяч. Я оставил предоплату за этот автомобиль, и мне пришлось за неделю найти где-то деньги. Все. Да, все. Это весь секрет. Надо было заработать, я заработал. 750 тысяч надо было заработать. И за неделю. В месяц это получается за 1/4. Ну, можно посчитать. А дальше, когда вам уже ничего не надо, вы опять по 300 зарабатываете. Это называется зона комфорта. У каждого она есть. Вот, например, сколько вы сейчас зарабатываете. Вот, допустим, я нарисую Костя. Равно. Мне хватает 300 тысяч. У меня есть девушка, 2 кота, 2 квартиры. То же самое, одинаково жрут. Нет, одна... Ладно, 2 квартиры, пофигу. Одна самообеспечивается. Мама, которую надо тоже содержать. Машины, налоги, работники, естественно, и так далее. Вот. Это все упирается вот, в 300 тысяч этого вполне хватает. Ну, прям все сложить, на какие-то мелкие тусовки, покататься на сноуборде куда-нибудь съездить, ну и так далее. И работники? Ну, я для примера сказал. Ладно. Конечно, работники в оборот входят. Ладно, понятно. Рабы, да. Я вообще хотел сказать сюда личная помощница, но ладно, я хорошо. Но я просто сказал работники, да, я округлил. Ну ладно, не суть. Вот, этого хватает на 300 тысяч. У вас бывает такое дискомфортное состояние, когда у вас в месяц, например, у вас лежит на карте меньше, чем вы обычно в месяц тратите? Да, есть такое? И что вы начинаете в это время делать? Надо что-то делать, да? Бывает такое? Вот поэтому я, например, делаю следующее. Я всегда с одной карты деньги перевожу. У меня есть карта, которую я постоянно хожу. Я с нее всегда снимаю деньги, всегда интуитивно оставляю. Ну, короче, наверное, так и есть сейчас, около того. Вот. И постоянное состояние. Вот очень надо. Это прям обязательная вещь. Рекомендую. Угу. Если хотите больше зарабатывать, то надо искусственно тратить больше денег. Больше тратить денег, это значит, надо уже не сидеть, не только ходить по кафе с мужчинами, надо ходить, ну, ты понял, там, с женщинами и так далее. Вот, и надо начинать больше тратить денег. Это тоже очень сыкотно. Это, кстати, к вопросу о том, что это очень сыкотно. Ну, очень страшно делать это. Сейчас что-то закажет, а у меня не будет денег оплатить. Да. Рассказываю магию, это правда, чтобы вы понимали. Я не знаю, как это работает, вообще не знаю. Но, допустим, у меня 300 тысяч, и я трачу 300, минус баланс. И все, больше ничего, допустим, нет никаких клиентов, ничего. Проходит, я не знаю, вот прям проходит секунд 15, 20, 30, звонит человек и заказывает.
Это магия, я не знаю, как это работает, я не могу это объяснить, но это работает так. А проблема в том, что зачастую, когда у вас есть деньги постоянно, я не знаю, как это работает, но когда есть деньги, вы сидите и у вас все хорошо. Ну, как бы, тратите постепенно, не растете. Ноль, вы сразу и все появляется. Я не знаю, с чем это связано, но такое есть. Бывает другая ситуация. Как? Ну-ка, расскажи. Когда есть деньги, ага. Потом, в общем-то, и вроде ничего не надо, а потом они куда-то начинают уходить сами собой, но как-то, Я уже рассказал на что. Я уже сказал, на что. Вот, это такая тема. И как раз это 300, допустим, у меня это 300 тысяч. Ну, это уже другой вопрос, но тем не менее. Вот. Короче, это решаемо. И решаемо это Лешу, который здесь сидел на BMW, мы заставили 70 тысяч отдать. Вот просто отдать 70 тысяч. Но он молодец, он мне. А знаешь, нет, это было очень смешно, он же не верил мне, он говорит, слушай, я тебе не верю. Я говорю, ладно, давай мне 70 тысяч. Ну, у него были последние деньги, но я из него вытряхнул. Отгадайте, что у него было через неделю? Да не до 700, хрен вам. Ну да, 100 тысяч у него было. Он от страха просто пошел. А знаете, что он до этого делал? Он ни черта не делал, потому что у него были деньги. А я у него отобрал все деньги, ему жрать нечего было. Он пошел продавать. Красавчик, правда, и заработал деньги. Очень странно работает. Вот пока вас не хлестанешь, вы ничего делать не будете. Это вот самое грустное. 70 тысяч? Половину верну. У нас был с ним уговор, если сработает, я тебе половину верну. Ну, он сработал же, он говорит, что за херня? Я говорю, вот так работает. Вот, его пришлось потом еще пару раз ударить, чтобы он 300 заработал. Ну, деньги я у него уже не отбирал, но смысл он понял. Один раз было достаточно. Вот у вас примерно такая же схема должна быть. Я не буду у вас деньги отбирать, сразу говорю, сейчас не надо ко мне подходить, на тебе деньги, штаны последние и так далее. Нет. Да-да-да. Все будут голышом выходить. Нет. Я просто говорю, что схема так работает. Я не знаю, почему, но она работает. Она работает 2-3 года у меня постоянно. То есть раз деньги тратятся, и если они у вас лежат, если вы их скапливаете, вообще полная жопа. Я не знаю, с чем это связано. Да. Давай пощелкаем.